Здравствуйте! В этом видео хотел бы показать вам свой самодельный полезно-бесполезный станочек, сделанный из двигателя со стиральной машины. В принципе, сложного нету абсолютно ничего. Двигатель, патрон от дрели, переходник, вал от центрофуги, тоже от стиральной машины. Сама станинка тоже с металлолома. Остатки швеллер, тут уголки от корпуса какого-то оборудования тоже. Переходная площадка с контактами тоже стиральной машины. Пусковой конденсатор от стиральной машины. Тумблера, конечно же, нет стиральной машины. Планировалось один тумблер на включение станочка. Второй. Пока провода выведены, но не подключены, должна была быть лампа. Но пока ее нет. Итак, включим наш станок. В чем его преимущество перед обыкновенным наждаком? Это обороты. При заточке ножа на нем очень сложно испортить лезвие. И сама заточка получается практически зеркальной. Но на видео этого не видно. Но сама режущая кромка, на ней нету срезов от зерна, когда на большой скорости точится на обыкновенном наждаке. Так. Заточка получается довольно острая. Также можно затачивать старые клеммы. Также можно затачивать металлические трубы, железные, ржавые. Ну вот, беглый обзор, вроде бы и бесполезного, но иногда чуть-чуть выручающего станочка, заменяющего движение руки, когда что-то шлифуешь наждачкой. Всем спасибо, пока.